хорошо видно, что если у нас, например, горка из фетра или фетр заходит в край книги, мы его пришиваем на расстоянии 5 миллиметров от края. Но если у нас идет ткань, то она пришивается в край, прям до конца. То есть здесь вот, вот здесь у меня вывернута ткань, прошита еще строчкой. Но здесь она не, я ее не выворачивала. То есть вот видно необработанный срез, и эти необработанные срезы у нас потом уйдут внутрь книжки. Вот еще, например, если есть какие-то элементы типа ушек, за ними нужно будет внимательно следить, когда будем устанавливать люверс, чтобы ушко, например, не попало в пробойник или грива. Так, ну вот тут тоже видно, что деталь из фетра мы пришиваем на расстоянии от края. Это наш припуск. Нашел. По этому способу на выворотку можно шить вообще любые книжки по любым совместным пошивам. Вот у меня для образца странички книги счет по совместному пошиву Катерины Савиной. Здесь тоже вот, когда я шила, я подгоняла эти все детали, все фигуры под свой размер. И когда пришиваю, вставляю опять же здесь припуски на шов. Здесь, если тканевый кармашек, он у меня пришит в край. Вот, например, тоже страничка дерева с припуском. Страничка с цифрой 7 тоже здесь. Сама основа, вот песочек пришит в край. Все фетровые детали с припуском.